Мейф из города Замбоанга начал свой проект, когда узнал, что его сестра мечтает о выпускном, но бальные платья оказались слишком дорогими, семья Мейф и Лу не могла себе позволить потратить столько денег на покупку наряда. Даже на то, чтобы взять платье на прокат, средств не хватало. Тогда брат Лу решил, что осчастливит сестру своими силами. Мейф не профессиональный дизайнер, все, от задумки и наброска до пошива, он делал, учась на ходу по видеороликам в интернете. Мейф учится в университете, получает художественное образование. Ему потребовалось всего полторы недели, чтобы сшить сестре платье. Ему пожертвовали немного денег на украшение платья. Лу отправилась на выпускной 14 февраля, в день Святого Валентина. И хотя она не получила награду за лучшее выпускное платье, Лу убедилась, что брат любит ее и готов ради нее на подвиг. Фото Facebook.